Волочатся по земле, дерзкие и назойливые. Себя называют следопытами зла, оборотней усмирителями и призраков истребителями. Истинно нет ничего омерзительнее монстров этих. Природе противно, что ведьмаками зовутся. Ведь они порождение грязного колдовства и чертовщины. Легче всего находят они доступ к дому честного, простого и несведущего крестьянина, который все несчастья и неудачи легко приписывает колдовству, сверхъестественным существам и монстрам. Вместо богам молиться, вместо в святыню богатое принести пожертвование, готов просто к такому мерзкому ведьмаку последний грош отдать, веря, что ведьмак тот отщепенец безбожный сможет судьбу его обернуть и несчастье предотвратить. Морочат наивных, будто людей защищают, будто ради их безопасности монстров убивают. Но давно уже доказано, что делают это для своего удовольствия, ведь убийство для них — лучшее развлечение. Готовясь к своему делу, обряды проводят колдовские. То мерзавцы, без совести, достоинства и сомнений, истинно создания адские, лишь к убийству пригодны. Нет для таких среди людей порядочных места. А то Каэр Морхен, где они спокойно гнездятся, где свои гадкие практики совершают, стерто должно быть с лица земли. А след его солью и селитрой засыпать след. Две унции купороса. Унция извести. Щепотка рибиса. Лунные осколки. И, конечно, корень мандрагоры. Или же это была унция купороса и две унции извести? Белой чайке захотелось. Какой трофей, Эскель? А ты не должен был идти на охоту? Я завалю кабана голыми руками, понял? Вот увидишь. Тебе смешно? Убери эту падаль. Убедишься, смешно тебе? Ламберт, Ламберт! Удачи, волк! Ушел в закат.
как принцесса. Как принцесса ада. Только не навернись. А то Каэр Морхен. Где они спокойно гнездятся? Где свои гадкие практики совершают? Стюарта должно быть с лица земли. А след его — солью и селитрой. Засыпать следует. Монструм или ведьмака — описание. Лейся, музыка. Весемир. Господин. Пане. Он мой. Займитесь стариком.
Весь мир. Эскель. На полвека поэзии позже. Тимерия, спустя 18 лет. С тобой трудно связаться, солнышко. Не хочу, чтобы она меня выследила. Дайте мне, наконец, сделать необходимое. Мы не можем дать ученице нас опозорить. Я не затем отдала сестру под свое крыло. Я не раскрою свой источник. Но я напала на серьезный след. На какой? Я найду ее, доверьтесь мне. Я сама это допустила и сама доведу до конца. Она выпустила опасного полиморфа. Убереги себя, Трис. Не подведи нас, Трис. Это бы случилось в первый раз в Фрингилье. И в последний.
за любую информацию о гадких мерзавцах, что ведьмаками зовутся. Юлиан. Юлиан. Я не хочу больше ждать. А что, если папочка узнает? Ой, не узнает. А даже если узнает, я его не боюсь. Пойдем. Тимерская корона щедро вознаградит. Этим ему дай! Этим! Przez śmierć, co szła za nią, jak cień. Od południa złowroga pieśń płynie, nadstaw ucho, to legendy śpiew. Człowiek przemija, legenda nie ginie, bo prawdziwa płynie w niej krew. Bo prawdziwa płynie w niej krew. Тают снега на вершинах Махакама. Лютик, мхом поросли курганы. А ты все так же прекрасна. Готов? Как всегда. Меригольд. Некоторые стареют. Это типичный людской недуг. Старче. Точно только людской? Иди к черту, Лютик. Что ты здесь делаешь, Меригольд? Охочешь на ведьм. Морвут, Ишерк веден глейде вене, Эсат летен, Эсат керн, Эсат ваткерн. Дуэден авцириан карме глейдев, Эн, ай, Эсет.
Оставь его! Оставь его в покое! Яцек! Яцек! Оставь! Он выглядел точно как он. И тогда я его спрашиваю, как ты его назовешь? А он мне... Лютик, пожалуйста. А он мне... Плотва. Наверное, когда ебал Фрингилию, в конце говорил Йен. Да, старые добрые времена. Есть новости из Вузима? Из Вузима? А ты не теряешь времени, Трис. А вот и моя гордость. Настоящий цветок среди сорняков. Я не знала, что у тебя есть бастарды. По этой земле ходит множество маленьких лютиков. Но Юлия наименее бастард из них всех. Она была еще девственницей, выблядок ёбаный! Сдавайся, Огр. Оставь его. Сядь и закрой ебало. Вылазь. Геральт помог бы. Но его здесь нет. Ты думал, что спрячешься? Я убью тебя. Нет, я все объясню. Ты ее выйдет. Папочка, ты сучий потрох. Пап, прошу тебя. Прошу тебя. Я тебя раздавлю, как червя. Что? Он... Что? Он женится на мне. Что? Да, я женюсь. Мой сын? Блять! Я предупреждал тебя, старик. Оставь старика в покое. Не вмешивайся, бродяга. Бить мутанта! Вместе на него! Дайте мне только повод, деревенщина. А я говорил, ведьмак! Сваливаем, малой! Черт, я думал, все погибли! Парни, есть награда! Брать мутанта! Вместе на него! Ну, сделай хоть что-нибудь. Отец, держись.
Совсем с ума сошел. Чем старше, тем глупее. Я не мог сдержаться. У того имбецила на лбу было написано: «Брось в меня кружкой». Сделай что-нибудь, Меригольд. Глоссе. Сердце. Тут магия не поможет. Отец. Ну, признайте. Я прекрасно ему привалил. Я почувствовал себя как в старые... Что-то заканчивается. Что-то начинается. Вести об этой драке разойдутся быстро. Нельзя было этого допускать. Нам? Если бы Лютик следил за своим бастардом, все было бы в порядке. Ты знаешь, что за твою голову дают 3000 оренов? За последнего ведьмака? Я думал, как минимум 5. К тому же в Новиградской кроне. Слушай, мне нельзя привлекать внимание. Я не просто ведьму преследую, а ту отшельницу из Аритузы. Буря надвигается. Тебя кто-нибудь видел? Никто, не считая Гулей. Холопы держатся подальше от могил, на всякий случай. И правильно. Что ты имеешь в виду? Посмотришь. Монстры скоро вернутся. Во время исследований
я заметила определенную закономерность. С момента соединения сфер монстры появляются циклически. Сейчас их почти нет, но скоро они выйдут из своих нор. Мы должны быть к этому готовы. Жаль, что в Академии не оценили эту теорию. Ты забыл, кто тебя вытащил из этой Академии? Нет. Как я мог? Ведь пол Танеда пылала. Ты сумасшедшая ведьма. Кстати, о ведьмаках. Все еще ничего? Я не могу ее увидеть. Скорее всего, использовала защиту. Полвека поэзии. Ложа не справляется. Вы не можете простить ту девушку, не Арнелло. Мы подозреваем, что она нашла книгу Альзура. Альзура из Мариболда? Того с генными модификациями? Да, того, который вас, собственно, и создал, ведьмаков. Но ведь записи Альзуры и Малоспины давно пропали, поэтому я и здесь. Мне надо узнать правду. Теперь, когда Лючик мертв, и я потеряла след королевства... К черту королевства! Никто не интересовался судьбой ведьмаков, когда Кэр Морхен залила кровью моих братьев. Ведьмак, ты должен мне помочь. Мы отомстим за них вместе. Кому ты собралась мстить? Я видел, как скотина горела. И если бы не Весемир, я бы тоже умер. Ламберт! Да нет больше ведьмаков, Меригольд! Может, и добре. Жаль только наших усилий на этих неблагодарных. Заткнись же, наконец! Ты со мной говоришь, пацан? Он рассказывал мне о вас. О вашей силе и смелости. О белом волке, что поборол сирокопутку и защитил город Ринда от джина. Но о тебе он почему-то не вспоминал. И теперь я понимаю, почему. Ты прав. На что смотришь? Возьми его себе. Меня это заебало. Он успокоится. Это был он, с друзьями Гвинблейда. Хотел проследить, но колдунья использовала магию. Серьезно? Ну и тупица. Соберем холопов. Топоры, прощи, вилы. Ублюдкам на погибель! На погибель!
Отщепенец. Кошачьи глаза. Я знаю, он здесь был. Ну, видите? Очередной мутант. Вали отсюда! Оставь его! Папочка! Когда ушел ведьмак? Подождите, господин. Пьяный мастер Лютик рассказывал, что они идут на север, в сторону Марибора. И еще с ними и колдунья. Та из саденских легенд. Наконец-то. И я их нашла. Ты знаешь, что делать. Возражения? Нет. Ты настолько боишься людей? Ведь это было так давно. Я справлюсь. Тебе каждый раз нужно к этому возвращаться. Пока не поймешь, что не каждый мечтает о запахе нелюдя, горящего на костре. Что-нибудь еще? Так. Да. Уважай. Береги себя. Но есть одна проблема. Я никогда в жизни ведьмаков не видел. Как я его найду? Он носит амулет с головой волка. И что? Далеко еще? Доверьтесь мне. То есть отцу. Не знаю, что хуже. Ты уверен, что знаешь дорогу? Я говорил. Отец все записал в своей книге. А записал, в каком борделе зачал тебя? Нет, но есть кое-что поинтересней. Хочешь услышать? А ты хочешь ногой под жопу? Видите эту реку? Это Хотла. Наконец-то. Это поле перед Бреной. Здесь случилась крупнейшая битва в истории. Прекрасный момент для болтовни об истории. Я пойду пасу. Как раз на этом поле, на котором моя мать пролила кровь, я кладу, отец, прах твой. Чтоб вы воссоединились. Посмертно в вечной любви.
Но все они... все одинаковые. Присмотрись, какие кругленькие, какие красивые. Это не плотва, господин. Это форель прямо из ручья. Ну, мужик. Супер, ладно. Твои яблоки? Так как? Один, две... Это там, немного дальше. Дайте еще одну. Первую с краю. Идите к черту. Почему мы не пошли в Брен? Там слишком много глаз. Эликсиры, травы, кони, мы ищем коней. Коня у меня нет, госпожа. Гусыню возьмите. Может, жирненькую курочку? Нет, гуси нам не нужны. Медальон, дающий красоту. Ведь это никакая не плотва. Черт. Да уж, прошли деревню по-тихому. Здесь тоже есть конюшня и корчма. Узнаем что-то, и на рассвете выдвигаемся. Вы выдвигаетесь. Я возвращаюсь на юг. Картошка, картошка! Глазам своим не верю, это же... Трис Меригольд. Добро пожаловать, госпожа, в молодые попки. Твой знакомый Меригольд. Добавлю, редко настолько славная особа появляется в этих краях, особенно в молодых попках. Где мои манеры? Я Волозад, бургомистр местный. Чтоб меня. Это... наверное, господин... ведьмак Геральт из Ривии. И его... друг... мастер Лютик. Маргаритка с ума сойдет, как увидит. Вы, наверное, устали. Ну, конечно, бургомистр, мы умираем с голоду. У вас это на лицах написано. Не идите в трактир. Там грязь, вонь и цены высокие. Пойдемте ко мне в дом. Сюда. Доченька! Дай, я поем. А ты сбегай еще за вином. Ой, пригодился бы нам в молодых попках ведьмак. Пригодился бы. А это не называлось раньше старые попки? Называлось. Мы даже с Бренной конкурировали. Ведь битва с империалами на нашем поле была. Но название теперь другое. Мы изменили. Молодые попки, видимо, звучит лучше. Действительно, бургомистр сразу лучше. Расскажите, бургомистр, об этой ведьме, что детей ворует. Манда. Живет здесь, за трактом, в лесу на севере. Все это началось весной. Как пробудилась от своего этого сна летнего, так начали у нас пропадать сироты. Убогая детвора. Сжирает их. Сжирает? Сжирает. Да. Приманивает сладостями. Недавно братья пропали. Даже не думай об этом. Меригольд? Но это бы все объяснило. Орнелла сбежала еще перед Беллитейном. Вы думаете, это она? Вас нам небо послало. Подождите, я... придумаю какое-то вознаграждение. Насчет этого нашего договора. Дело не в деньгах, бургомистр, я больше не... Но мы... не богаты...
Но если соберем по селу, неплохая сумма выйдет, господин. Мы ей займемся, добрый господин. Я учусь на ведьмака. Приключения. О любви мы немного знаем. Любовь как груша. А груша... А груша сладкая и с формой. Попробуй определить форму груши. Да что там, какие-то флораны, буклеры. Наше вино хвалил даже де Руйтер. Потом, конечно, погиб как герой в битве с черными. Отрава. Думаешь, это девчонка? Это не она, не моя Маргаритка. Поверьте, добрый господин. Мы этим займемся, бургомистр. Лучше здесь останься. Иду или не иду? Никогда ведь такого не было. О боги! Бабки даже детям таких вещей не говорили. Ты кто? Это было какое-то колдовство. Какой-то парень целовался с нашей Маргариткой, а потом раз, как по мановению волшебной палочки, превратилась во второго парня. Этот второй дал первому в лицо, закинул его на плечо, как мешок картошки, и пошел. Наш красавец здесь был. Клянусь богами, не пизди. Разве что хочешь, чтобы чародейка взяла свою палочку и превратила тебя в бабу. Но я правду говорю, своими глазами видел. Мужик лизался с мужиком. Успокойся, Ламберт, это, наверное, Доплер. Меняющий форму. Куда забрал парня? В лес! Туда, где все кошмары бродят. Господин ведьмак! Господин ведьмак! Я говорил, это не она! Доченька! Я так беспокоился! Ну и что теперь, Меригольд? Время романтической прогулки по лесу? Мне что, умолять тебя о помощи? А ты могла бы? Наверное, мне все же пригодится немного орионов. Давно я в борделе не был. Да, именно таким я тебя и знала.
есть след. Не давай. Притворяйся. Я давай. Не притворялся. Я просто не хотел мешать чародейке в обрядах. В обрядах? Ты веришь во все, что обо мне рассказывают? Но ты ведь чародейка. Похищаешь сирот. А потом их чищу, пеку и съедаю. Запивая сухим из тусон. Нет, нет, мой дорогой. Мой аппетит гораздо больше. Я сама распустила эти сплетни. Холопы боятся ведьм. А мне нужен покой для моих исследований. На Ритузе его не было. А эта книга — это что? Дай угадаю. Это что-то о ведьмаках и их возникновении. Ну-ну, ты не так уж и глуп. У меня был не глупый отец. Как-то не особо у тебя получается с исследованиями. Это которые по счету? Замолчи. В Каэрморке невыживаемость выше. Мутацию переживали как минимум 3 из 10. Здесь след обрывается. Я ожидал увидеть пряничный домик. Нет, нет, господин ведьмак, я все скажу, обещаю. Точно все, да. Дай!
Chodźmy na tyły. Innym wejściem zaprowadzę. Не дергайся. Где вы его держите? Он в порядке. Ламберт? Я чувствую что-то странное. Что-то еще? Намного больше. Я говорила, что это Доплер. Сначала Пут, и теперь это. Может, скажешь мне, как твое имя? Тебе не нужен язык? Совсем наоборот. Часто пригождается. Зачем это все? Богу, мой слуга. Думал, что ты лучший ученик ведьмака. Зараза! Сбежал. Там что-то есть. Госпожа! Госпожа! Не сейчас, кретин. Но госпожа колдунья и... Ну-ну, интересное у тебя исследование, Арнелла. Ты забыла, что у ведьмаков иммунитет к ядам? Не нужно было убегать с Эритузы, неуч. Арнелла Вига, во имя ложи чародеек я тебя арестовываю. Это что такое? Это та книга. За ней! Отъебись! Невозможно. То все?
Ваше время вышло. Убей его! Ну давай! Плохой из него танцор. Меч. Я искал ее везде, даже в гнездах ведьмаков. Я почти его достал. С ударением на почти. Этот ублюдок убил Весемира и Эскеля. Ты не дала мне отомстить. Трис мне сказала. Ты не мог без этого колдовать. Тебе это ни к чему. Сам ты ее не расшифруешь. Это сделаешь ты. Откуда такая уверенность? Ты знаешь, кто я? Один из экспериментов Альзура. Это ведьмаки были экспериментами. Точно в том месте, где ты сидишь, Альзур подвергал меня своим испытаниям. И создал мутанта. Ты поэтому так их ненавидишь? Все забыли. Когда в мир пришли первые убийцы монстров. Зачем тебе эта книга? Я думал, ты уже догадалась. Знание, власть, правда? Ты хочешь себя усовершенствовать? Хочу. Чтобы ты продолжила свои исследования, Арнелла Вига. Для меня. Господин? Вы их нашли? Мы обыскали весь лес. И ничего. Так почему ты все еще здесь? Так значит, в этом дело? Когда ты покончишь с ведьмаками, займешься жрецами Вечного Огня, а кто будет следующим? Колдуны? Подумай над моим предложением. У нас достаточно времени.
Ты прав. Знание — власть. To nie był zwykły człowiek, Marigold. Ну, это ведьма вам устроила. Но ничего. Я говорил со старейшинами. Все заплатят. Даже старый мельник, что ради женщины руку потерял. Я пойду к студне за водой. Никто не пережил бы того, что сделал с ним Весемир. Может, это ведьмак? Не смеши. Бывают разные формы мутации, но ведьмаков больше нет. Ты слишком привязался к тому, что последний. Не важно, кто он. Важно, чтобы он не дорвался до исследования Арнеллы. Вы сами в этом виноваты. Почему ты не сказала, что она затевает? А ты еще не догадался? Świat wciąż ogląda jej blask. Niemożliwe. Здравствуй, ведьмак. Чародейка. Но в этот раз ты перегнул. Ты уёбок. Нет, умоляю, минуту, пожалуйста. Её ищете, да? Арнеллу, да? Так уж сложилось, что я знаю руины, как никто другой. Могу вам помочь. Господин, колдунья хочет с тобой поговорить. Я обдумала твое предложение. Я докажу тебе, что чародейки могут пригодиться. Мне будут нужны руки.
Принесите книгу Альзура. Всему свое время. В темницу ее. Вы ее нашли? Ни следа. Не знаю, как об этом сказать шефу. А он на то, что бабам нельзя прикасаться к мечу. Иначе будешь болтать с раскроенным горлом. Помнишь? Как забыть? Думаешь, они справятся? По крайней мере, не будут мешать. Надо их как-то обойти. Теперь я. С ума сошел, это я, господин. Не делай так больше. Я знаю, тебе нравится дочь бургомистра. Заткнись. Они не уйдут из-под Верден. Не верю. Что? Что эта старая бледина родовит все еще дышит? Плохого черти не берут. На чьей стороне будешь ты? На его. Лучше платит. Я должен закрыть его вместе с ведьмой. Ну давай наверх. А этого свояка убила какая-то мразь из Пассифлоры. Та, наверное, ножом для масла. Очень смешно. Очень. Не сдавайся так просто. На этот раз. Очаровательно, как всегда. Приспосабливаюсь. Я ими займусь. Лейся, музыка. Ah!
Ты не ведьмак. Вставай. Госпожа. Прости, что так долго. В этот раз я с этим покончу. Ты неплохо справился. Как и полагается сыну сладкой ветреницы. Серьезно. Джулия Батымарка.
Ну так надо было сразу сказать, остолоп. Госпожа, книга у вас? Нет, сгорела. Может, испарилась. Готова? Может, еще раз спросишь, не жмут ли оковы? Ложа уже ждет, не дождется. Ламберт, Ламберт. Я не люблю прощаний, Меригольд. Еще встретимся. Иди, Вард Скеллиг. Госпожа, жди меня на пятый день после Савона. На заре. Смотри на восток. С этими чародейками так всегда? Przestaję się dziwić legendom o białym wilku. Что-то заканчивается, что-то начинается. Может, ты меня подучишь немного? Возьмись ближе к рукояти. Обеими руками. Может, не сейчас? Я мечтаю только о горячей ванне. И о девках, да? О девках в горячей ванне. Ну, я сегодня и побитый. Да ладно. До свадьбы заживет. До твоей как раз. Твой тесть тебя уже ждет. Так может, просто найдем другой трактир? И может, каких-то коней? У меня ноги просто чертовски сильно болят.
szalejąca zamieć lodowaty wiatr, szumu krwi tętniącej w skroniach nie zagłuszy. Pod tobą koń, przed tobą wiel, pod tobą pęd, przed tobą jasność. Pogoń, pogoń, pogoń. Złowrogi wiatr wieje, myśl się w strumień wspomnień zanurza. Posłuchajcie, opowiem wam dzieje czarodziejki czternastej ze wzgórza. Choć jej imię wyryte jest w skale, wzgórza, które pogardy chrzcił czas, jej wojenne nie zmyły fale. Świat wciąż ogląda jej blask, ale ten, kto raz śmierci się wymknął, spokoju nie zazna ni w noc, ni w dzień. Tak z jej oczu ślad szczęścia zniknął. Przez śmierć, co szła za nią jak cień. Od południa złowroga pieśń płynie, nadstaw ucho to legendy śpiew. Człowiek przemija, legenda nie ginie, bo prawdziwa płynie w niej krew. Bo prawdziwa płynie w niej krew. Ten sam świat, pół wieku poezji później. Coś się kończy, coś zaczyna, czas przypomina iluzję. Zardzewiałe miecze dawno już zasnęły w pochwach. Już wiedźmińska krew zastygła, żaden cech się nie ostał.
Samotny wilku, nie poddawaj się koszmarom. Niebo zalało się łzami, gdy twe stado umierało. Czemu wyrzucasz medalion? W sercu swym odnajdziesz prawdę. Ten świat potrzebuje bohaterów, potrzebuje ciebie, Lambert. W przydrożnej karczmie napijmy się piwa. Posłuchajmy o nowinach, co tam słychać na gościńcach. Grajmy w gwinta, niech czas przemija jak słowa Wiedźmina. Aby nie stać się potworem, chcesz przestać zabijać? Lecz znów cię wzywa ona, kolejna przygoda. Taka piękna, niebezpieczna, fałszywa stokrotka. Cicha śmierć to kochanka burzy. Ja muszę znów jej służyć, nie schowam się w cieniu. Za późno, aby zawrócić. Tylko pieśni zostaną po bohaterach. Świat przemija, wciąż rozbija się o skały przeznaczenia. Pół wieku poezji później. Nowa legenda, losy całego świata spoczywają w waszych rękach. Tylko pieśni zostaną po bohaterach. Świat przemija, wciąż rozbija się o skały przeznaczenia. Pół wieku poezji później. Nowa legenda, losy całego świata spoczywają w waszych rękach. Przed nim rok, zanim potwór zrobi krok.